Итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа, и мы начинаем прохождение Assassin's Creed Хроники Китая. А я уже поиграл, чтобы разобраться с управлением, и поэтому сейчас я начну новую игру. А начать новую игру, текущий прогресс будет потерян, надо продолжить. Ну, я там буквально 5 минут поиграл. Какие у меня первые впечатления сложились? Немного неудобное управление, это есть такое. Прошло два... А, так, Китай, год 1526. Прошло 2 года с того момента, как Чжан Юн, глава группы евнухов, известных как Тигры, уничтожил китайское братство ассасинов. На самом деле, Тигры — это тамплиеры, которые втайне управляют Китаем, используя императора как свою марионетку. Шао Цзунь, одна из нескольких выживших, вернулась в Китай по приказу Ван Янмина, нового лидера ассасинов. Вместе они планируют уничтожить Тигров и освободить Китай от власти тамплиеров. Они возвращаются в свое старое убежище, пещеры Майцзышань. Короче, некогда здесь находилась крепость ассасинов, теперь это тюрьма тамплиеров, которая управляет Гао Фэн. Чтобы подобраться к своей цели, Шао Цзунь позволяет взять себя в плен, она взяла с собой артефакт, предтечь, подаренный ей Эцио Аудитора, зная, что тамплиеры находятся... Наши тамплиеры захотят выяснить, что это. Походу, Эцио Аудитория из тех частей. Не знал, что там с китайцами знаком. Интересно. Шкатулка пуста, точнее, в ней кое-чего не достает. Где оно? Знаем, кто ты. Мы знаем, кем ты была. Выдающееся достижение для бывшей наложницы. Прошу еще раз, ассасин, что это за шкатулка? Откуда она взялась и для чего она нужна? Так. Чем сопротивляться? Оглядись, за тобой никто не придет. Мы уничтожили братство, отсюда тебе не сбежать. Посмотрим. Так. Микрофон. Зачем мне бежать? Я там, где я хочу быть. Действительно. Наглость. Ма Юньчен заставит тебя, говорит. Пусть попробует. Удивительно, что ваше племя вымерло. Мое племя еще найдет вас. И накажет. Еще как. Так, год 1526, пещеры Майцзышань. Может, как-то читается. Это мы все уже поняли с предыстории, что он позволил себя взять. Выбираться из этой клетки. Сейчас выберемся. Ж легко так сломалась клетка. С управлениями уже освоился, и думаю, что мне читать это не стоит. Ползаем вверх. Вот о чем мне неудобно, потому что мне не Ctrl, а хотел бы я поставить, допустим, на кнопочку S. Область обзора. Ну, это понятно все. Чжей. Они делали даже на китайском. Интересно, когда хроники там про Россию будут. На русском, наверное, будут говорить какие-то охранники там. Чего тебе еще сделать? Вниз. Опять же, вот видите, было бы удобнее это все на кнопочку S сделать. А здесь было бы прикольно сделать, если бы они там какое-то взаимодействие, допустим, на Е нажимаешь. Не знаю, можешь привыкнуть еще. Хотя куда я денусь? Так, и... Я думаю, лучше бежать. Охранник ничего не заподозрил. Перемахнули здесь. Еще спалит нас. Я нам лишний раз будет влазить. Спасите осведомителя ассасинов. А где он находится? Так, может, наверх тут надо залезть как-то. Еще только перемахивает. Наверх подтянуться никак, да? Ладно, поползем вниз. Здесь, походу, нету такого выбора движений. Сразу наверх.
Куда бы там подняться? Да, нафига столько стараний? Ты же ассасин. Здесь проползем, проползем. Блин, сами видите. Можно бегом. Прятаться здесь, залезть можно. Сходим сюда. Хотя есть оно подсвечено, может, это квестовое что-то. Но в любом случае туда. Здесь что-то интересное у нас горит. Здесь побываем. Что такое? Пасхалка какая-то. Давайте слазим. Его снять. Шум поднимать не стоит, а то придет другая смена. И все, спали. Стиль ребут оценен. Не обязательно в таком месте именно стоять. И лучше было бы какой-нибудь более безопасным то объяснять. Выглядит оно как странно. Не, на самом деле эту игру надо еще немножко дорабатывать. А когда он собирается оглядеться, ясно, понятно. Блин, снять его никак. Бегом. А, еле успели. Ничего не понял. Идем сюда. Он спит, что ли? Походу не спит. Используйте свисток, чтобы отвлечь стражника и избежать обнаружения. Как его использовать? Держите F, чтобы показать радиус действия. Управляйте громкостью. Нажмите G, чтобы свистнуть. Давайте попробуем. G. Здесь лучше ушами не хлопать, пойти дальше. Не, прикольно, кстати, сделали свисток так. Оглянется? Лучше отойду сейчас подальше. Придется снять. Гламурненько. Потащили его. Сильная дамочка, однако. Вот так тягает. Слава мужика в кольчуге. Представляете, сколько он весит? Да, я понял. И спи, замерзнешь. Поднять, да, как-то? А, у него же все клинки забрали, тут вообще там скрытый-скрытый был. Самый скрытый, который может быть. Где-то это видел в каком-то фильме. Ботинка. Ой, хорош. Блясик, это вниз. Приятель. Тебя вытянуть можно как-нибудь? За ящик его закинуло. Так, быстрое убийство не влияет на оценку за стиль. А если я хочу, допустим, сражаться, мне просто нравится это. Блин, как стиль тоже можно оценить. Спи, дорогой, отдыхай. Длинное зрение узнать больше о противниках. И что мне у них узнать? Их траектория пути.
Ежелига двухмерная. Ну, такая, пародия. Трехмерная. Хотя можно так сверху снять, у него же там ножик вроде как на этой веревочке. Подвесить, затянуть сюда. Предыдущих же можно было. Black Flag там можно было подвесить. Не помню уже точно какая часть. Давайте слезем по-быкому. Успеем. Опа. Кто ничего не видел? А где наш друг? Куда он исчез? Странно, что он не беспокоился. Дать для современных игр пока это слишком тяжело. Или просто для геймплея тяжело. Неважно. Ну, было бы прикольно, если бы он беспокоился бы. Начал там проверять, там надо было какую-то сторону отойти. Тянуть. Такие мелкие нюансы, они, собственно говоря, и делают игру. Опять спит. Как раз так. Используйте петарду, чтобы оглушить охранника. Нам не его оглушать. Ну ладно. G. Давай, find the hole. Петарда, чтобы оглушить 3. Петарду держите F. Используйте прицелиться. На него навестись надо. Чтобы взорвать ее. Мало какая китайская система. Ты же даже никого не позвал. Чё противники не прибегают? Все, успокоился. Пока. Ты ничего не видел, тебе показалось. А почему вот эта стенка, она вся в крови? То есть там часть. Я-то справлюсь, главное спину мою прикрой. Прикроешь меня, а я тебя. Походу, этих двоих надо отвлечь. Осторожнее там. Подождать. Справлюсь, главное спину мою прикрой. Ясно, они повторяются. Могу ли я как-нибудь им туда гостиницу закинуть? Живот отсюда. Блин, я нажимаю на тройку, он не хочет. Так, G. Ты жопа. А, неудачно. Вообще какой-то момент неудачный. Тут, наверное, скоростно попробовать. Ассасин бронза. А то есть на платину, там на золото я уже не прошел, да? Ну да ладно. Хорошо, поосторожней там, я это уже читал. Нас, походу, потерял. Ты отгадай. Теперь что с вами дорогими делать? Сейчас кидаем им туда. Давай, прыгай, дура. Отлично, справились. Будешь проверять? Давай, блиховай его спину. Они, походу, зациклились.
тень серебро. Так, он нас там не заметит, вот так вот снизу. Так, ты подойди сюда, я тебя увижу хотя бы. Что, посмотрели? Пошли. Так, ну ты перемахнешь? Проверять, надеюсь, не будет. Фига себе, они работают. Так, ладно, все, не фейлить. Просто я еще с управлением не до конца разобрался. Так, найдите свой меч. А после этого можно и звездюлей раздавать. Как-то он очень быстро оглядывается. За компанию, чтоб не мешал. Все, давайте выходим отсюда, стараюсь больше не фейлить. Давай обыскивай. Ест. И мягкий знак, так заметили. А что нам дал тайник с оружием? Свой меч, вот он только лежит. Боеприпасы какие-то были. Чем бы его отвлечь? Так, есть чем отвлечь? Так. Слушай, двоих вас сразу контузить получится как-нибудь. Пускай они отойдут. Ах ты, падла. Так, надеюсь, катсценки не будет у нас тут. Так. Может, двоих этих отвлечь, просто побежать потом. Неудачники. Так. Теперь можно хомсать. О, мастер. Так, чё? Чтобы блокировать. Ну, на це понятно. Деплю це. Тихо. Yes, that's it. This time when you block performer all over. Тихо. Так, я пытаюсь сделать перехват. Не понял. Ты... Блокирование удара нажмите Shift или пробел. Чё она не хочет? Я нажимаю эти клавиши, он не хочет. А, в определенный момент. Так. Не хочет все равно. Что с тобой не так? Подожди, меню. Ты будешь делать или нет? Так, может, контрол вообще какой? Нет, не таб. Боже.
Понимаю. Так, может зажать его? Нет. Так, а shift? Shift тоже не помогает зажать. Что такое? Клава вроде работает, escape работает. Ушел слишком близко. Не понимаю я. Чего он не хочет блокировать? Ладно, я этот момент пропущу. Короче, ребят, я разобрался. Смотрите, это, короче, нужно в сторону направления, короче, атакующего. То есть, нажимаешь, вот, допустим, А и С. Смотрите. Вот так вот. И пробел, короче. Когда он подлавливает. Сейчас вот. И пробел. В общем, все оказалось куда проще, чем... казалось. Понятно. Кусать его. Нужно совершить быстро, и они что-то там сильнее. Ну ясно. Добей. Короче, правой клавишей добивать. Ок, я уже научился. А! Все. Так. Все. Атаку с дохамсать его нельзя. Конечно, можно. Как скажете, мой мастер. А, Ctrl еще. Изи катка. Так, что здесь делать? Это он и есть? Так, нет, нам еще вниз надо. Там какая-то фиговина прикольная висит. Тихо. Так, а наверх? Видимо, не зря рисковали. Сюда. Так, нам там подняться как-нибудь. Тихо. Не видел. Каников. Этот нужен, пацан. Я запомнил его. Так, походу придется пробраться тут. Подождем пока. Отлично. Здесь еще можно. Пошел. Я вообще-то хотел его убрать. Нет тела. Кажется, еще можно быстро бегать. А, что-то его коряво. А это брось ты его уже тут. Здесь ясно, здесь просто секрет. Так, подлезем к ним. Пырику. Здесь обыщем. Что есть у нас? Как там опустилось F? Нет. Красивая.
Не W. Тихо. Человек. Ты. Что-то знает явно. Ее можно было здесь снять? Так, ты пойдешь со мной. Меч нам дали, но лучше проходить по-тихому. Тебя тоже спрячем. И для тебя хорошая кладовка. Да что такое? Что за линия? Я там что-то пропустили. Готов. Товарищ. Так, а мы себя можем поднять что-нибудь? Поваляйся тут пока. Мне вообще-то вниз надо. Не так же. Понятно, что здесь. Так, беги, пока можешь. Кого Фэна надо найти. Убить. Крутим, крутим, вертим, вертим. Не-не-не-не-не. Ты крути, верти. Кажется, он нас запалил. Казалось, куда проще, чем выглядел. Достаточно близко, чтобы убить. Прикольно. Я шкатулка, которую вы забрали у меня. Тебе не достать ее, ассасин. Значит, шкатулка у одной из твоих дружков. Неважно, я выясню, у кого она. Убью его и заберу шкатулку. Хоть знаешь, что это за шкатулка? Я знаю одно, она принадлежит братству. Какая наивность. Думаешь, что ты сможешь забрать шкатулку? Что моя смерть хоть что-то изменит? Можно? Твоего человека, например, поставим. Нет, убив только тебя, я не удалю свою жажду вместе. Первый тигр, который пойдет к моей руки. Поверь, далеко не последний. Буквально золото, серебро 2, бронза 0. Тишка еще одно. Тащи нам дали, нафига они нам нужны. Дополнительное здоровье 550. Вот это вот интересное улучшение. Потом посмотреть, посчитать. Увеличиваю шкалу здоровья, Шао Цзунь на одно деление. Так, находясь в ухыте, отклоните клавиши желаемого направления, нажмите, короче, Shift. Ищите доступного ухытия. Понятно. Чтобы выбрать ножи, нажмите 2, прицельтесь. Ну, понятно. Так. Я думаю, в процессе обучения мы все-таки научимся все это делать.
Так. Это здесь ассасины чувствовали себя в безопасности. Джан Юн и его тигры положили этому конец. Их было больше, и они заставили нас врасплох. Уничтожили. Братство. Смерть Гао Фэна заставит тамплиеров задуматься. Ассасины вернулись. Так, ладно. Пещеры Майцзишань. Теперь, когда Гао Фэн мертв, Шао Цзунь должна покинуть место, которое называла домом. Пока тамплиеры не узнали, что один из них лидеров убит. На пути ее ждут огромные пещеры и отвесные утесы. С этим понятно. Думаю, на этом можно первую серию закончить. С вами был, как всегда, ваш любимый Зазепа. Так что лайк, подписка, ждем следующую серию. Всего хорошего, удачи и пока.